Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня мы начинаем прохождение серии Dead Space. Начнем с самого начала, то есть Dead Space Extraction, он, конечно, вышел после первого Dead Space, но, тем не менее, именно в плане истории это самые основы. Как, собственно, был извлечен первый маркер, то есть обелиск, как что происходило. Для понимания сюжета он будет очень и очень важен. Игра себя представляет тир, можно сказать, потому что здесь нужно водить по экрану прицелом и расстреливать зомби, но именно в плане подачи сюжета и постановки это воспринимается натурально как очень хорошо срежиссированный фильм. Поэтому, я думаю, вам будет интересно посмотреть, а мне не очень удобно будет играть, потому что играю я не на PlayStation Move, для которого эта игра создана, а буду играть на стандартном геймпаде, потому что PlayStation Move я не вижу особого смысла покупать ради нескольких игр. Это вообще технология, на мой взгляд, уже достаточно мертвая, потому что Sony сама ее не очень-то и поддерживает. Здесь могу сказать, что очень много диалогов, и часть из них я, как обычно, буду глотать, потому что просто не успею все перевести. Но суть в чем? Здесь нам покажут, как, собственно, появилось это все, как, собственно, все это произошло, эпидемия на Эгиде 7, как это все перебралось на Ишимуру. А потом уже после этого мы переберемся к первому Dead Space, ко второму Dead Space. В эту игру я не играл, в отличие от первого и второго Dead Space, поэтому это сейчас будет слепое прохождение, но, тем не менее, я примерно представляю, что меня ждет. Dead Space 1 и 2, когда я буду их проходить, я буду уже знать, что где, но при этом я так давно в них играл, что, честно говоря, нифига не помню. Но это дело будущего. Не могу обещать, что каждый день будут выходить серии этой игры, потому что, ну, как вы знаете, по времени у меня достаточно напряженно сейчас все. Тем не менее, постараюсь выкладывать по серии в день. Но если уж не будет, то не обессудьте, как говорится. Как успею, так и сделаю. Третье прохождение все-таки мне очень сильно бьет по времени. Давайте начинать. Так, вот мой профиль я его успел уже создать. И сейчас мы будем на нем играть. Зайдем в настройки. У нас тут включено, субтитры нет. Потому что без субтитров я тут вообще попаду. Да, субтитры включены. Как видите, даже в меню приходится вот этой вот штукой, вот этим прицелом водить. Это, могу сказать, очень неудобно. Поэтому мне придется помучиться, но вы будете смотреть интересный фильм по мотивам Dead Space. Вообще, кстати говоря, очень много выходило мультфильмов, два, по-моему, которые тоже по-своему раскрывали историю. То есть вселенная все расширяется и расширяется. На днях анонсировали третий Dead Space, и я хочу освежить ваши воспоминания перед тем, как, собственно, мы начнем ждать уже третью часть. Так, вот наше оружие. Пока что у нас какой-то, я не знаю, какой-то, ну, типа пистолета местного, что ли. Это вообще мультиинструмент. Ну, то есть это какой-то такой технический инструмент. Играть буду на нормале, потому что на нормале-то мне будет сложно с таким управлением. А уж как на харде. Не знаю, посмотрим. Очень-очень много текста, поэтому, блин, будет тяжеловато переводить. Ничего, я справлюсь. Сэм, дорогой, ты меня слышишь? Сигнал ужасен. Попробуй подвигаться. О, гораздо лучше. Прости, Лексин. Я около станции перезарядки. Звонишь про ночь? Нет, потому что сюрприза бы не было. Я зла на тебя, Сэм Колвилл. Почему? Ты как-то забыл мне сказать, что ты сегодня делаешь. Да это просто экскавация. Рутина? Да вы же извлекаете маркер, обелиск. Да все просто в нетерпении. Ты же знаешь, что юнитологи... Короче говоря, блин. Мы не знаем, это маркер или просто большой камень. Поэтому мы это и делаем, чтобы ученые могли изучить это. Сэм Колвилл. Если бы у тебя было... Ладно, мне пора идти. Люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Позже. Короче, они нашли маркер и извлекают его. Юнитологи просто вне себя от радости. Потому что юнитологи — это, собственно, секта, которая чего-то эдакого и ждала. Как видите, с переводом достаточно сложно. Слишком быстро лопочет. Ладно, я вам буду в процессе переводить, если что.
Сэм, come on. Сэм, да пойдем. Давай, говорит, одевайся. И не говори. Лексина уже злится на меня. Мы тебя ждем. Давай, говорит, пошевеливайся. Так, оделись. Давай, поспеши. Ладно, давайте сделаем. Так. А что делать? А, что-то подобрали. Сэм, у тебя шлем безопасности? Стерлинг, это Купер. Мы на раскопках. Вы где, ребята? Мы на пути, босс. Через минуту будем. Видел вообще доклады по этому маркеру? Как тот на Земле. Игиды 7 просто кусок камня. Это уже второй маркер, судя по всему, найденный. Вот и он. Больше, чем я представлял. Место знакомо по первому Dead Space, да? Давно пора. Помогите Бэнксу. Все трое? Да. Если хоть царапин на нем будет, то начальство будет вне себя от злости. Бэнкс, что тебе нужно? Короче, она попросила помочь его передвинуть. Это должно быть людьми сделано. Поспешите. Купер уже злится, что мы опаздываем. Принял. Я прямо за тобой, Стерлинг. Ну как кино, да? Так, закрепили. Ой, ой, как тяжело целиться. Нам, говорит, не зря платили за обучение стрельбе, похоже. Хорошая работа. А теперь погрузчик переместить их позиции. Иган, I'll take these two. And watch your aim. I don't want to end up on crutches like Matthews. Так. Заклепки, короче говоря, приделываем. Так, подожди. Хорошая работа. Так, помещайте, говорит, погрузчик в позицию. Колбил, а ты закончи работу. Давай подвинем эту штуку. Лексин была права. Леон перевернется, если увидит это. Леон и не толк, кстати говоря. Как уже говорили в диалогах, но я не перевел, не успел. Так. Осторожней, Сэм. Все, почти там. Выглядит нормально. Готов к погрузке. Я начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Пошел. О, блин, это офигенно. Это кинцо, но офигенно вообще, просто интересно очень. Что произошло? Мои уши. Какой-то шум. Что бы это ни было, оно нарушило все наши приборы. Так, быстрее, говорит, разбирайтесь, пока у нас черная дыра на руках тут не появилась. Так, все, направляемся к стабилизаторам. Что-то у нас с гравитацией большие проблемы. Ой, что-то... Что это было? Давайте, ребята, нам нужно... Ну, тут нужно пошевеливаться.
Старин центральный. Я снаружи. Ты можешь мне сказать, что это был за взрыв? Черт. Похоже, все коммуникации вырубило. И тут Айзек был. Знакомые места все. Ничего не вижу без фонарика. Там светильники должны быть рядом на складу. Можем их использовать. Ты был прав. Я нашел одно. Так, потрясите контроллер. Трясу, хорошо. Ой, что-то какие-то неприятные шепотки. Осмотрись. Нужно хватать все, что можно. Что-то взял. Что-то взял, нет? Блин, не успел. На время все. Так, персональный лог, доктор Кейн, главный ученый. Артефакт из колонии нуждается... А, это должно быть настоящий маркер. Первый был найден юнитологами 200 лет назад. Потенциал просто безумный. Не только для меня, хотя я мечтал о таком открытии годами, но и для человечества, и для церкви, и юнитологии. Этот маркер может означать рассвет новой эры для человечества. И я сделаю свою часть, чтобы это наступило. Я знаю, что церковь будет благодарна, но настоящее признание придет от всего человечества. В один день мы будем благословлены. Постоянно трясти надо контроллер. Что за звуки? Airlocks are engaged. We should be fine now. Все, можно дышать. Shit. Черт, похоже, у кого-то проблемы. Держись! Подожди секунду, мы не знаем, что там происходит. Ой, какого хрена? Да блин. Ты что делаешь? Слез с него. Зинченко, прекрати. Я пристрелю тебя. Ты же знаешь, на что эти пушки способны. Черт, помоги мне. Он с ума сошел. Голову отстрелил. Началось, похоже. Господи, не могу в это поверить. Сэм, возьми эту пилу, нам пригодится. Ох, как неудобно целиться. Господи, мы только что убили кого-то. Нет времени об этом думать. Если мы не починим, мы все будем мертвы. Двигайтесь. Осторожно, еще. Ой-ой-ой. Ой, давай быстрей. Уф, так. Блин, а как? А, вот, смотри. Фу. Стрелять в ящики. Ай, блин, давай, давай, давай. Хватай, хватай. Как, блин? Главная проблема пока что, что неудобно. А так все очень круто. Давайте двигаем отсюда, что-то совсем все плохо. Okay, guys, let's go. Ладно, ребят, пойдем.
Но не скоро, не ниже нам нужно. Колдвелл. Вы, ребят, там видите? Походи. Не нужно было сюда идти. Так, кто берет оборудование команды Б от Эдварда Биукса? Ладно, ребята, это уже не смешно. Короче говоря, все шкафчики команды Мегавент в секторе Б принадлежат команде Б. Не команде А, не команде С, Б. Короче, кто-то у них воровал, похоже, вещи. Из-за вас, говорит, приходится всю смену 12-часовую проводить в темноте. Кто-то украл, говорит, наши светилки. И где, говорит, наши пули? Я клянусь Альтману, что следующий парень, кого я увижу из копошащимся в шкафчике команды Б, получит мой пинок себе по заднице. Блин, тяжеловато что-то переводить, не знаю. Вроде не уставший сегодня. Но оно вроде как того стоит. Так, пошел. Повернись, Сэм. Не проходи дальше. Лекси. Ой, как темно. Потрясти нельзя? Нет. Они специально, похоже, поместили, чтобы народ сюда не ходил. Не могу поверить, что мы этим занимаемся. А чё темно-то так? Прекрати! Не делай! О-о-о. Да офигеть! Какого хрена? Чё это было? Вижу Сигана, мы почти там. Короче, у нас время уходит, нас поторапливают, но мы почти уже пришли. Вон там оно. Оно приближается. Оно зовет нас. Ты слышал это? Кто-то там. Я проверю, а вы идите туда. Это смерть, Сэм. Ты не видишь? Ей нужна наша помощь. Иган, о чем ты говоришь? Соберись. Но Зиченко, мы убили его. Я знаю. Но ты видел, что произошло там? Это вроде как и не он был. Нам нужно взять этот плазморезак. Послушай нас. Это все неправильно. О, плазморезак. Это хорошо. Но это мы знаем, как стрелять, да? Опыт есть. Так, а как обратно оружие поменять? Ох, как все рельсово. Так, Иган, давай пойдем. Иган, ну что-то совсем поплохело. Но твою дивизию. Нет, моя пушка. Ах, так, трясем. Слезь меня. Так, тут еще, похоже, в определенное время нажимать надо. Иган, ты в порядке? Нуждается в нас. Хочет сделать нас едиными. Хватит бубнить. Давай сделаем это, выбираться отсюда. Осторожно. Иган с ума сошел. Все сошли с ума. Ты не понимаешь. Это неверно. Нам нужно положить этому конец. Черт, Иган, прекрати, что ты делаешь? Ты не можешь остановить это.
Ты не можешь с этим драться. Ой-ой, Иган. Не заставляй меня стрелять тебя. Иган, пожалуйста. Господи, Иган. Мне жаль. Я просто пытаюсь помочь. Этому нужна наша помощь, Сэм. Колдуэлл, ты Купер? Я не могу достучаться до Стерлинга и Игана. Как у вас дела? Что-то плохое происходит. Иган, он сошел с ума. И все здесь. Они пытались убить нас. Игана больше нет. Ты прерываешься. Я с трудом тебя слышу. Просто доберись туда, пока отдача нас всех не убила. Не доверяем. Никому не доверяй. Что происходит? Усиление, похоже, какое-то. Назад! Да. Ага. Ты в порядке? А. Не заставляй меня это делать. Я пытаюсь спасти тебя. Ой, что-то я не в ту сторону, похоже, повернулся. Помоги мне, Сэм. Мне страшно. Господи. Соберись. Черт. Центральный Колдуэлл. Ты не тренирован, но ты можешь разобраться с этим стазис-модулями. Они входят в стандартную экипировку. А вот, отлично. Так, что дальше? Хорошо. Что жать? Чё, чё от меня требуется-то? Так. Ага. Окей, I can do this. Да уж, это будет задачка не из самых легких. Ну, в принципе, ладно, для первого раза нормально. Блин, ну прикольно, да? Так, все, гравитация есть. Колдуэлл, надеюсь, ты это слышишь, потому что коммуникации у нас облажались. Хорошая работа. Система стабильная. Мы на пути к складу с маркером. Там встретимся, хорошо? Хорошо, прием. Да, что-то... Они все должны умереть. Ты знаешь это, правда? Убирайся из моей головы. Достаточно просто на деле оказалось целиться. Но не очень удобно, конечно. Зато прицел на полэкрана. Так, надо убираться отсюда. Давай, Сэм. Давай, ты сможешь. Сэм, ты в порядке? Лексин, господи, как я рад тебя слышать. Здесь все очень плохо. Ты слышал? Кто-то... Юнитологи убивают друг друга на станции Союза. На площади Союза. Эти картинки, они ужасны. Леон был там. Люди кругом такими становятся. Люди атакуют меня. Я убил их, Лекс. Сэм, повтори. Я убил Игана. У меня выбора не было. Он пытался убить меня. Мне страшно. Мне кто-то сказал, что некоторые секторы теряют кислород. Подожди, это может быть из-за взрыва? Система жизнеобеспечения здесь рядом. Возможно, это произошло с кислородом. Держись, детка. Я все починю, обещаю. Назад от меня отошел. Да что ж ты...
ты идешь не в ту сторону. Смерть ответствием. Это так очевидно. Система жизнеобеспечения. Это здесь. Входим в нулевую гравитацию. Система поддержки жизнеобеспечения офлайн. Надеюсь, антиграв хотя бы работает. Блин, сколько я всего пропускаю? Не ругайте меня в комментариях, я еще только учусь. Так, опять похоже, это хрень. Почти готово. Так, ух ты, смотри, как оно прошло-то. Давай, давай. Система жизнеобеспечения в порядке. Не говори, Лексин. Ничего и не говори. Покидаем зону нулевой гравитации. Сэм, ты это сделал? Воздух снова поступает. Когда ты вернешься? Я на пути, детка, не волнуйся. Я не могу сосредоточиться. Зачем ты убил меня? Я не монстр. Сэм, что произошло? Ничего, все в порядке. Просто спрячься, хорошо? Будь осторожен. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Оно любит тебя. Какого черта? Что-то совсем плохо. Ты это слышал? Почему ты не слушаешь? Ёлки, я срогнул. Как может кинцо пугать? Тут же все линейно. Ох, что-то... Почему ты дал мне уйти? Почему? Эй, кто здесь? Смерть — это ответ. Сэм, ты увидишь. Мы не можем остановить это. Стерлинг, о господи. Я думал, ты один из них. Нужно убираться, Клексин. Нужно остановить это. Это вообще настоящее? Ой-ой-ой. Нет, они не настоящие. Мы все здесь умрем. Мы не умрем. Осторожно, они вокруг тебя. У тебя работа есть. Ты знаешь, что тебе нужно сделать. Нет, оставьте меня в покое. Мне нужно добраться к Лексин, слышите? Ей нужна моя помощь. Хренаси. Нет, Лексин. Помоги мне. Что? Да вы же не... Враг убит. Повторяю, враг убит. Хороший выстрел, сэр. Стрелять одного из своих никогда не бывает хорошим. У него даже оружия нет. Да ты шутишь. Да это же тот парень, который всех перебил. Зачем ты это сделал? Все эти люди никогда тебе ничего не сделали. Лекс. Все, он умер. Позвони командору Джеймсу и доктору Скиарелло. У них будет занятой день. Сэм, я люблю тебя. Фу, вот это было дело, ребята. Я могу сказать, что это очень круто.
Мне понравилось, надеюсь, вам также, и нам дали новый трофей, это круто, хотя я их не люблю. Могу сказать, что это очень кинематографично, мне очень неудобно играть, я вам признаюсь, просто крайне неудобно, и во время такого кривого управления еще приходится переключаться на переведение, на перевод вот этих вот диалогов, которых тут, как вы видите, очень-очень много, поэтому часть диалогов теряется, я их пытаюсь, конечно, потом уже, после, собственно, их произнесения вам как-то передать. Потому что я все понимаю, но вот сформулировать просто не успеваю. Но, тем не менее, это, по-моему, круто. Игрушка, по-моему, не очень такая длинная. И в качестве такой затравки перед прохождением обеих частей Dead Space. Потому что я давно хотел хоррора. И давно уже меня просят Dead Space пройти. Собственно, я думаю, будет нормально. Надеюсь, вам понравилось. На этом первую серию я прекращаю. Увидимся во второй. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.